верхний Тагил, и у меня проблемы. По окончании слета, закрытия сезона, кузнечик мой накрылся. Дотолкал я его до площадки храма, еле-еле, ну, думаю, и все, писец. А может быть и полный писец, думал я, и толкать мне его 26-27 километров до гаража. Началось с того, что в затяжном спуске я на четвертой рекуперации спускался вниз. Вливалось порядка где-то 650 ватт. Через какое-то время на середине этого спуска у меня рекуперация просто-напросто исчезла. Но он ехал. Покатавшись по верхнему Тагилу, я решил ехать, естественно, домой. Ну, все уже разъезжаться начали. В итоге в середине этого города, на середине дороги, у меня исчезает газ заднего привода. На ручку газа никакого отклика. На дисплее появляется информация о какой-то ошибке 0,6. И одновременно я почувствовал запах гари. Быстрее все отключил, все аккумуляторы. Дотолкал его до площадки и решил, ну, надо что-то смотреть. Мало того, у меня потух дисплей переднего привода. Естественно, я остался еще и без передка. Подкатил я, значит, к этой площадке, все разобрал, снял вот эту вот сидушку. Что там у меня горело, я так и не понял. Мотор на тот момент задний был довольно-таки не горячий и не теплый, а холодный. Контроллер тоже холодный. И начал, значит, я разбираться. Немножечко он, отклик у него был, конечно. Ну, какой отклик? Чуть-чуть начинаю газовать, он чуть-чуть слегка пытается дернуться. Дисплей горит, все показывает, но он никуда не едет. А потом появилась вот эта информация, ошибка 0,6. Перекинул я, значит, вот этот контроллер вместо вот этого на передний привод. И передний привод, в общем-то, у меня заработал. Сейчас попробуем еще раз. Так. Вот он. Все. Поехал. Отсюда я делаю вывод, что у меня накрылся вот этот вот контроллер. Коли с этим контроллером передок у меня заработал. Вот на нем я и попытаюсь доехать до дома. Но как я буду ехать в затяжной подъем в сторону Белоречки 2,5 километра, я понятия не имею. Вернее, ехать-то он будет сам себя потащит. 500 ватт. Но в этот подъемчик эти 500 ватт будут практически бесполезны. Придется идти пешочком и подгазовывать. Но как я вообще доберусь до дома, я еще не знаю. Что у меня тут случилось? То ли мотор накрылся, хотя я вроде бы и не гонял, и вваливал в него немного. Но, однако, что-то тут с ним случилось. Итак. Сейчас попробую добраться до дома на передке. И, в общем-то, благо, что на транспортном средстве автономные системы переднего и заднего привода. Если что-то на нем вылетает одно, можно хоть как-то перекинуть на другой. Если, конечно, поймешь, что там у меня случилось. Ну, вроде как бы разобрался.
Итак, поехали. Что могу сказать? Пипец продолжается. Дотолкал я вот до сюда кузнечика. Еле-еле. Ни хрена он не едет. Какая-то сильная вибрация на моторе, передке. Газую-газую. Вливается 700-900 ватт. А ускорения никакого. То есть он как ехал там со скоростью 15 км в час, еле-еле. Еще вибрировал на руле, чувствовал. Очень хорошо чувствовали руки эту вибрацию. Что там такое? Не понимаю. У меня тот потухший контроллер настроен точно так же, как этот. В принципе, разницы никакой. Я вот единственное сейчас переставил диаметр колеса на 26 поставил, а у меня раньше был на 24. Но от этого все не меняется. Скорость маленькая, километров, наверное, 12-15 всего лишь ползет. И контроллер я уж вытащил. Он сильно греется. Градусов 60, наверное. Машины едут мимо, мешают говорить. Шум сильно греется. Сейчас вот остановился немножечко. Он у меня остыет. И дальше поползу. По большому счету, когда я иду рядом пешочком, эта скорость километров 5, не больше. Жрет он где-то 200 ватт и греется. Пабло. Сейчас попробую поехать. Послушайте, как он у меня работает. Он еще вдобавок и тормозит. Как будто бы ДД, двигатель задний. Ну, там я все провода уже отцепил. Тормозить нечему. Тормозит именно редуктор на передней. Вот. Вот такая вот. Как бы я не газовал. Вот. Идет сильная, сильнейшая вибрация. И вот с такой скоростью я еще, в принципе, могу ехать. Он еще, кстати, у меня и показывает неправильную скорость. Сейчас 17 ватт. Но на самом деле где-то он едет где-то 10 километров, по-моему. Вот она. И никакого хода свободного у него нету. Бросаю газ, он у меня останавливается. Остановился, хотя он должен катиться, катиться и катиться. Сейчас мы поедем под горку. Вот. О. Это он у меня так тормозит. Тормозит редуктор. Ничего не понимаю. Вот на этом тягуне где-то за 300-400 метров до этого, до начала спуска, вот сейчас спуск начинается, а до этого такой примерно подъем, если не круче, тут процентов, наверное, 13-14 было, у меня отключился и этот мотор, и передний. Так-то я хоть подгазовывал, шел рядом, но жрало где-то 900 ватт. Отключился мотор, и здесь мне показал, написал 03 инф, там что-то такое, по-видимому, ошибка номер 3. Вначале задний привод, мне этот контроллер показал ошибку номер 6, сейчас ошибка номер 3. И чего это означает, я понятия не имею. И вот в таком режиме
мне его толкать и толкать еще километров 15. Вот, мигает у меня 0,3, а задний привод у меня мигал 0,6. И уже оба привода не работают. Как компенсация за мои мучения, на дороге нашел вот такую вот накидушку. Ликота на 17. Ликота на 17. Мимо проезжал председатель городских байкеров. Ну не знаю, не знаю. Вряд ли он у меня кузнечик туда поместится. Погрузили несчастного кузнечика. Ну вот как мы сейчас все вместе тут поедем, всем табором, вот это вопрос. Ну да, приключения на завершение сезона. Ну правильно? Романтика? Как какой-то, да, романтика. Как... Да, еще бы дождичек. Да, как с грозой такой, дождичек было бы, да, ливень такой неплохой. Или снежок мокрый такой, тоже было бы вообще шикарного завершения, чтобы было. Последний штрих такой, чтобы был. Ну, как сказал, говорит, один генерал натовский в 70-х, у каждого президента и поколения должна быть своя война. Ну, у каждого байкера там или еще кто должно быть свое завершение, свои поломки.